Доброе утро! Доброе раннее утро! Всех приветствую на своем канале. Как ваши дела, друзья? Печем с утра блины. Одной рукой неудобно. Как ваши дела, друзья? Что у вас нового? У нас все хорошо. Сегодня дома, завтра на работу. Внук должен прийти. Тагир. Будем завтракать с ним. Время. Раннее утро, без 15:07. Соседский дом. У нас блинное утро сегодня, друзья. Немного сливочного масла. Блины на кефире. На канале у меня есть блины много. Вот так вот. Что-нибудь еще, может, придумаем. Пока начали с блинов. Как у вас дела, друзья? Что у вас нового? Как у вас погода? У нас снега нет. Ветер стих, такой ветер был сильный, прям бурелом. Ну, альхамдулилля, уже ветра нету, морозов тоже нету. Недолго нас зима баловала. Снега у нас и не было. Чуть-чуть пороша была один день. И все. Хорошо, когда зимой мороз и снег. Меньше инфекции. Но у нас не бывает. Редко, когда снег, мороз. В основном у нас зимы бывают теплые. Блины я испекла вот такую горочку. У нас есть мед, компот. Баночка сгущенки есть. Что-то тагирчика еще нету. Всем приятного аппетита, кто сейчас завтракает, и нам тоже. Сейчас тагирчика дождусь, и мы с ним будем пить чай. Решила с утра пропустить мясо, лук сразу. Буду делать хинкали грузинские, давно не делала. Много делать не буду, наши не любят, а я очень люблю. Сейчас приготовлю фарш, поставлю тесто и к обеду буду готовить, друзья. Еще раз привет всем! Будем делать грузинские хинкалы. Я взяла 500 грамм муки. Тут у меня 250 миллилитров воды. Неполная чайная ложка соли. Будем замешивать тесто сейчас. Добавим 2 ложки растительного масла. Всем привет-привет. Саидик тут пришел со школы. Будет мне помогать. Начнем замешивать тесто, друзья, на холодной воде. Водичка у нас холодная. Рассказывай, Саиди, как твои дела? Нормально. Сегодня в школе 4 пятерки получил. Вот. Молодец. По разговору о вами, по физре, по окружающему миру,
и по родному языку. Аварский. Молодец. Ты же аварец. Угу. И по аварскому должны быть пятерки. Даже? Угу. Замесим крутое тесто. Саидик мне будет потом помогать снимать. Угу. А что мы готовим? Хинкали. Это как пельмени с мясом. Ты будешь кушать? Да. Тут у меня 500 грамм фарша. Фарш у меня бараний. Утром мы его с вами сделали. Кинза пучок хороший. Сейчас мы его порубим и отправим к мясу. Мелко порубим. Соль, перец, кинза и вода холодная. И все. Больше ничего добавлять не будем. Отправляем к мясу, к фаршу, вернее. Отправим воду холодную, пока немножко. Здесь у меня 200 грамм лука, 500 грамм фарша. Добавим перчик, примерно пол чайной ложки. Соль. Соль по вкусу. Мясо у меня баранина. Еще мы сюда добавляем 2 ложки столовых самодельный уксус. Я вам показывала. Он делается из сыворотки, настаивается. Он ароматный такой. Пахнет чабрецом. Это добавляю я. Мясной фарш, пельмени. Когда готовлю, я всегда добавляю домашний уксус. Все, друзья, наш фарш готов. Сейчас будем раскатывать тесто и лепить наши хинкали. Начнем лепить наши хинкали. Сразу еще один сделаем.
на четверку. И вторую на четверку. Теперь на двойку. Первая партия моя варится. У меня телефон отключился. Я думала, я снимаю. Сейчас на вторую партию покажу. Чуть покрупнее сделаю. Первую партию я сняла. Пусть немножко остынут. Сейчас покажу в разрезе. Дальше буду показывать, как буду лепить, друзья. Телефон отключился. Вот такая красота. Вот какие сочные. Очень вкусно, друзья. И по кругу. Так, 6 раз. Вот такой хинкалик у нас получается. Сейчас еще один сделаем. Тесто у меня немножко получилось мягкое. Ну, ничего страшного. Будем лепить с мягкого. Давай еще одну. Мы с Аидиком одну партию уже
поели, попробовали. Бабуля, и так еще 4 раза надо сделать. 4 раза надо сделать, да? Угу. Сколько раз, не знаю. Я посчитал, 4 осталось. 4 кружочка осталось? Угу. Тесто. И это опять же отрезаем. Как это называется? Штука. Хвостики. А, хвостик. Отправляем наши хинкалы. Вторая партия. Хвостиком вниз. Эти уже побольше я сделала. Вот вторая партия. Пусть кипят. Кипят наши хинкали. Пусть они кипят 10 минут. И я их сниму. Газ уменьшу немножко. Вот такие красавчики. Снимаем хинкал. Они варились 10 минут. Все, друзья, сняла я вторую партию тоже. Остальные мы будем готовить без вас. На этом я с вами буду прощаться. Всем желаю крепкого здоровья, удачи во всем, мирного неба над головой. Берегите друг друга. Всем пока-пока. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кому понравилось. До скорой встречи. Пока.